еще пучочек их, смотрите. Ой, хорошие, здесь уже крупненькие пошли. Так, и вот еще. И вот еще. Ой-ой-ой. Ох, тут крупняк уже пошел. И вот. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами прогуляемся по лесу. А прогуляемся мы для того, чтобы насобирать грибочков. Конечно, погодка ветреная, уже вечер, но тем не менее, я узнал в интернете, что уже началась майская рядовка, и ее должно быть много. Сейчас мы с вами прогуляемся и все посмотрим. Я думаю, результат будет очень даже хороший. Конечно же, прежде чем попасть за грибами, мы полюбуемся совсем чуть-чуть. Красивые пиончики. Здесь их совсем немного. Сейчас я вам покажу, где их будет целое поле. Красота обалденнейшая. Там вдалеке виднеются желтые поля. Кстати, надо будет попасть и посмотреть, что там. Ну что, друзья, пока мы любуемся красивой природой, я вам хотел напомнить о том, что это видео не является инструкцией по сбору грибов, потому что это просто мое хобби. И не забывайте о том, что грибы нужно брать только те, которые вы знаете, потому что могут попасться несъедобные, и поэтому следите внимательно за тем, что вы берете. Те, что я сегодня буду собирать, я, естественно, знаю. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал. Ну что, друзья, я выехал как раз после дождика, я приехал в лес собрать грибочки. И вот я опоздал, они были, видите, до дождика, сухие стоят. Там дальше еще виднеется. Ну, сейчас, естественно, я проедусь еще по лесу, посмотрю, что к чему. Может быть, даже я найду что-то хорошее. Вот видите, о, этот хороший, наверное. Нет, он с живностью. Видите, он уже негодный. Так, сейчас мы посмотрим. Вот тут еще парочка лопушков стоит. Ну, они уже старенькие, друзья. Старенькие уже. Они, видимо, были до дождя. И это была лилово-ногая рядовочка. Вы посмотрите, тут по краю виднеется, что она была лилово-ногая. Видите, с живностью, к сожалению. Ну, ничего страшного. Так что надо еще прогуляться по лесу. Все-таки после дождя, может быть, что-то даже свеженькое и найдем. Так, ну что, друзья, зашел я в такой прекрасный лес. Чуть-чуть прошелся, метров 10 от дороги. Машину где-то я оставил. И вот они начались. Сейчас мы видео, я там уже один срезал для показа. Сейчас возьмем ножичек. И вы посмотрите, какие они маленькие в данный момент. Вот они, малыши. Конечно, я люблю такие маленькие грибочки. Они в баночке шикарно смотрятся. Ну что, догадались уже, что это за грибочки? Сейчас я вам срежу, покажу. Это рядовка майская, или, как его еще называют, григорьевский гриб. Так что здесь целый ряд. Сейчас посмотрим их все. Так. Ага, что-то он. А, хороший, чистенький, идеальный. Так, сейчас вот посмотрим. Вот рядок. Вот еще идет, друзья. Сейчас мы это все дело. Я, наверное, даже маленькое ведерко взял. Но мне хватит для прогулочки. Плюс я вам покажу, что уже начались грибочки. Вот они. Вот я срезал. Сейчас нож положу. Смотрите. Чистейший, молоденький. Хорошенький грибок. Вот он, рядок. Вот рядок дальше пошел. И пошел рядочек. Давайте-ка вот этот срезал. А, он уже срезал я его. Так, а вот этот сейчас мы срежем. Вот, все хорошие. Размер именно, чтобы мариновать. Туда дальше еще идут грибочки. Ну, естественно, они вот таким вот образом. Видите, их как будто нет. А они-то здесь есть. Смотрите. Очень много. Все хорошие. Конечно, большие могут попасться такие, что с живностью внутри, но мы наберем сейчас маленьких. Идеальный размерчик,
Сейчас я все пособираю, потом еще прогуляемся, может еще что-то найдем. Ну, сам факт остается фактом, что грибы в лесу есть. Так, срежем покрупнее. Вот, видите, большие, они уже старенькие. Они нам не нужны такие. Будем брать только хорошие. Лучше мало, но хороших. Вот они, идеально. Видите, сейчас давайте на свет я их вам покажу. Чистейшие, молоденькие, хорошенькие. Ну и большие тоже бывают хорошие. Ну, сейчас мы продолжим наши сборы. Красота. А какой свежий воздух здесь. Обалденно. Намного лучше, чем сидеть дома. Да, старые попадаются. Ну, ничего страшного. А вот и не старый, вот и хороший. Хороший. Мы, конечно, положим у ведерка и продолжим собирать. Так, мне чуть-чуть неудобно, но... Так, сейчас вам еще вот эту грядочку срежу, покажу вам. И потом уже продолжу. О! Обалденный. Давайте-ка еще вот эти два. Сейчас мы их все срежем аккуратненько. Вот видите, рядом прямо растет. Один не годится, а один годится. Из трех два хороших. Ну и все, друзья, продолжим сборы. Вот уже пока показывал, уже сколько в ведре много. Все, здесь целая грядочка. Сейчас соберем и продолжим нашу прогулочку. Кстати, посмотрим еще, как нас... Окружает красивый лес. Помимо этого, еще будут попадаться красные пионы луговые. Я вам тоже их покажу. Сейчас они цветут. Красота просто. Ну что, друзья, еще немного пройдясь. По этому лесу, конечно, приходится ходить немного по кустам. Лес такой лиственный, где они у нас растут. Ну вот они, друзья. Смотрите, ух ты! Какой пучочек их. Конечно, так среди яблок, дикие яблоки, кстати, прошлогодние, всю зиму отлежали, еще здесь лежат. А вот здесь еще, смотрите, ух ты, какой пучочек еще их, а! Да, и здесь надо внимательно ходить, они, конечно, маленькие, но единственный минус, почему-то очень много таких, что они уже с живностью, почему-то, даже маленькие, наверное, они старенькие, поэтому они такие получились, хотя, непонятно, раньше они, о, вот это вот, ага, вот это вот именно свежайшие, я вот тут парочку срезал. Отличные. Быстро они, конечно, портятся. Поэтому надо успевать их хотя бы маленькими срезать. Потому что дожидаться, чтобы они выросли, они будут плохие. Поэтому... Опа! А вот еще, смотрите-ка. Чуть не прозевал. Вот еще. Ой, хорошие какие. Вот они все попрятались от меня. Главное в этом деле не спешить, чтобы ничего нигде не прозевать. Так, ладно, проду. Вот, смотрите-ка, еще пучочек их, смотрите. Ой, хорошие, здесь уже крупненькие пошли. Так, и вот еще. Ой-ой-ой, ох, тут крупняк уже пошел. И вот грядка вот туда пошло. Ой, друзья, я в шоке. Ладно, там еще, наверное, маленькое ведро сегодня взял. Буду, ладно, собирать. Потом вам покажу уже общий объемчик моего сбора. Так, друзья, вот я еще пробрался немного в кусты такие, в заросли. И здесь, смотрите, можно сказать, их почти не видно. Но они-то здесь есть. Вот крупничок какой хороший, а. О, идеальные. Сейчас мы их все будем косить. Так. Хопа. Четкие, ребята, грибочки. Так, молоденькие, хорошие. Именно грядка то, что надо. Видите, все обалденные. Так. Шикарно. Так, вот еще немножечко. И здесь они, друзья,
тянутся и тянутся. Смотрите, вот еще и еще туда дальше в кусты. Если залезть, там они еще будут. Ладно, продолжим наши сборы. А вот еще прямо рядышком, смотрите-ка. Прямо урожай пошел. Пробираемся вот так вот на полусогнутых. И приходим еще на одно поле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если кто-то дома сидит, то вам, конечно же, нужно брать ведро и идти в лес. Вот она, грядка, еще одна. О, вот она прямо рядом спряталась. Вон они пошли, пошли, пошли. И вот сюда они все пришли. Вот вы только гляньте. Все молоденькие, хорошенькие. Какие, а? Красавчики. Так, и вот здесь они пошли целыми такими рядищами. Да, прям урожай. Дождик все-таки был на славу. Лес, значит, промочил. Хотя лес сухой, но грибов очень много. Ну что, друзья, начнем с того, что сколько я насобирал грибочков. Вот оно, мое ведерко. Полное майской рядовочки. Как вам такая красота? Все перебранные, все идеальные, чистенькие и хорошие. Я, конечно, поехал вечером, потому что с утра был немного занят. Но, тем не менее, я ведро набрал. И еще там осталось непройденного по лесу очень-очень много места, где надо посетить и посмотреть. Но это, наверное, я еще разок завтра съезжу и тоже вам про результаты свои расскажу. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась прогулочка за грибами. Надеюсь, видео вам понравилось. Природа окружающая нас тоже. Но об этом я могу узнать только из ваших комментариев. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, кому что удобнее. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Друзья, всем добра и мира, и полных корзин грибов. Так что до новых встреч в новых видео. Всем пока!